Доброе утро. Доброе. Ну как тебе новая кашка? Это у нас овсянка со взбитым белком, с какао. Шоколадная овсянка, да? Как тебе шоколадная овсянка? Понравилась? Да. Она похожа как будто на шоколадный мусс. Из-за того, что здесь белок, она вот такая вот вся воздушная, да? Давай, друзья, включаем. Давай, кого будем включать? Давай. Ну что там английский? Да тут скорее русский, чем английский. Да. Да, английское одно слово, да. Наш сегодняшний обед — гороховый супчик. Я еще сделала салат с морковкой, с чесноком. Что еще? Бабушка сегодня с дедушкой приезжали, привезли Афоне джем клубничный. Мороженое Афоня тут ест потихоньку. Смотрим про похищение картины средь бела дня. Антоха уже пришел со школы. Как сегодня день в школе? Плохо. Почему? Потому что меня ругают. Кто? Я хожу, где у меня наклейку дали. Еще одну наклейку. Да, ну сейчас я другие туда положу. Давай мне. Все, сейчас машина прогревается. Везу Григория в эту школу. Сегодня еще карате, танцы. В общем, куча дел. У меня аж что-то от света глаза болят. Так тут светло на улице. Там в коридоре так темно. Чего? Не сладко? Не сладко. Кисло? Я две ложки добавляла. Да, я попробую. Не сладко. Ну так, кисловат. Еще добавь одну ложечку. В общем, кефир пьют. Еще ты тоже добавь, наверное, да? У нас сегодня на обед суп гороховый. Вот я себе наложила салат, хлебчик черный купили. Кефир тоже. В общем, приятного мне аппетита. И мне. А мальчики уже покушали, пока мама возила Гришу, да? Нет, я не ел. Я сейчас готовлю ужин. Здесь у меня тужится фарш с томатом. И с овощами будет такая подливка. И здесь пюре. Я сделаю запеканку картофельную. То есть здесь будет пюре и мясо. Все это запеку в духовке, немного смажу сверху сметаной. Вот такой будет ужин, запеканка картофельная с фаршем. Я достала форму, сейчас буду собирать свой ужин. Ну, не свой, наш. Пюре. Самый обычный фарш тушеный. Сейчас на низ немного пюре, потом фарш, потом опять сверху все накрою пюрешкой. Вот такая вот целая форма. Пюре и с фаршем. Сейчас здесь сверху намажу сметанкой. Вот. И немножко майонеза, потому что сметаны мало. Тоже здесь и майонеза совсем мало. И немного сыра. Потру, потому что тоже маленький кусочек остался. Нужно куда-то использовать. И все в духовку. Где-то на полчасика, может быть, минут на 40. И будем ужинать. Ты там смотришь, сынок. Том за золотом? Да. А как ты научился так играть? То, что меня Антон научил. Антошек? А кто такой Антон? Антон Сергеевич. Антон Сергеевич, а откуда ты его узнал? Потому что он Антон. Потому что он Антон? А я думала, он твой брат. И все, надо играть теперь. Сейчас я там меня выкатил. И еще. Он бегает. Если суперскорость, то ты скутаешь, и быстро бегает. А, суперскорость надо включать? Да, и он так быстро бегает, и деньги собирать. А, еще и деньги собирать, да? Это вот какая.
Она не страшная, она хорошая. Надо сесть. Григория забираю. Ну что ты тут? Нормально. Не замерз меня ждать? Нет. Хорошо. Завтра сказали, ну, Людмила Валентиновна смотрела, завтра 13 градусов днем будет. Угу. Что, тебе прививку сделали? Да. Не забудь же, что сегодня купаться нельзя. Ну и вообще купаться нельзя. На когда на проверку? В четверг. Нам идти в больницу или здесь? В школе. В школе проверят, да? Ага, хорошо. Я приехала, Гриша забрала уже, подрумянилась. Наша запеканка сейчас. Будем ее резать и ужинать. Кто там к нам заходит? Кто к нам заходит? Кто к нам заходит? Кукусик, где мой хороший? Афоня, а тебе что, не понравился наш ужин? Запеканочка с пюре тебе не понравилась? Нет? Кати! Он уже рычать умеет! Он сам офигел, да? Он рычать умеет! Он тигр! Он тигр? Да! Ты наш тигр! Ты мой хороший. А мама где? Мама где? Там на улице. А чего она там делает? Трудно? А что ей трудно? Ходить. Ей еще и трудно дышать. У нас еще новогоднее настроение, эти гирлянды. Не знаю, мне хочется их не убирать, несмотря на то, что они как бы комнатные, да, но мы их повесили на улице, и вот уже желтые и красные не горят, а синие и зеленые еще пока живы. Но не хочется мне убирать, хочется мне еще пока такого настроения. И у нас сейчас потянуло на мороз. Прям так чувствуется. Открою сейчас ворота, поеду за Гришкой. На карате вот в 21:30 заканчивается занятие. Вот так вот поздно. Дым из трубы идет. Правда, его не видно. Да. Не видно.